вы являетесь спутником. На вас необходимость какая? Сокращать 4-ракатные молитвы фард до 2-ракатных. Вы пришли в мечеть в этой местности, и в этой местности в мечети джамаат уже выстроился, имам есть, и они читают 4 раката асар-намаза. Вы встали за джамаатом, вы уже не читаете 2 раката, потому что вы последовали за имамом. И вы читаете полноценно все 4 раката. Однако, сахиб является большим ученым. Он приехал в эту местность. И в этой местности все его знают и говорят: «Сахиб, дорогой брат, пожалуйста, вставай имамом». А сахиб говорит: «Но я мусафир». «Хорошо, нет проблем». Вначале объявляется, что сахиб большой ученый и он мусафир. То есть, какой сигнал? Что он будет читать 2 раката. И когда сахиб даст салям направо и налево после 2 ракатов молитвы, да, он скажет: «Дополните, пожалуйста, вашу молитву, потому что я являюсь мусафиром». Да, и после этого люди всем джамаатом встанут, весь джамаат будет дочитывать еще 2 раката. Понятно? Аллах знает лучше.